В целом поделюсь, что очень люблю Грецию сам. Это страна, где я, наверное, больше всего бывал на яхтинге. И она максимально приспособлена для яхтсменов. Там огромное количество островов. И если говорить про Корфу, Ионическое море, то я его... Один из моих любимых маршрутов. Там есть и форматы хайкинга интересного, есть и дикие даже места, куда можно еще попасть, несмотря на большое количество людей.